Всем привет, с вами Дис, это уже 200-е видео и первая серия нового летсплея по игре Спор. Космические приключения. Да, мы начинаем новую игру. Как я вижу, здесь 6 планет нам дается. Видимо, это 6 новых игр можно начать. Небольшие косяки у меня происходили со спором. Дело в том, что вот я нажимал настройка, и вот это вот окошко, вот это все настройка окошка, было вот здесь вот. Вот здесь вот в правом нижнем углу, причем видно было только вот в эту вот эту вот, вот эту часть. Вот. То есть настроить вообще ничего не было. Возможно. Да. Вот здесь было пусто, и я вообще не смог настраивать. Если у кого-то будет то же самое. Наверное, это происходит только с теми, кто купил ее в Стиме, потому что давно, когда я играл... Ну, об этом потом, да. Об этом потом. И если у вас происходит такая проблема, вам нужно прописать локали ru-ru. Вот так вот, сейчас вы видите на экране как. И в настройках выставить язык английский. Поначалу у меня всегда стоял русский. О, ладно, начинаем новую игру, что-то я много косяков сейчас произвел. Этап клетка и плотоядность. Да. Уровень сложности минимум, потому что я нубиара. Название планеты. Планеты, говорите? Ну... Угу. Давайте думаем. Планета пучеглазная. Такой звук там. Надеюсь, это не мое имя. По-моему, да, это не мое имя. Пока смотрим на заставку, я скажу, я играл в спор, когда мне было около 11 лет. Это было очень давно, поэтому сейчас я буду... Ну, вообще, нуб. Полнейший нуб. Я вижу, текстурки не очень хорошие. Видимо, все-таки настройки у меня не сохранились. Разрешение, по крайней мере. Поэтому сейчас у меня все загрузится, и я перезайду в игру. Потому что я смотрю вот на фрап, значок он какой-то расплющенный. Не такой, какой был всегда. Да, разрешение, конечно, фигово. Поэтому разрешение сейчас я, конечно же, изменю. Ну да, всегда у меня траблы с новым летсплеем. Происходят в самой первой серии. Траблы — это как бы ошибки, фейлы. Вот так. Сейчас мы должны вылезти из этого... астероида. Все решения, которые вы принимаете, влияют на жизнь существа. Основная задача на этапе клетка — питаться, расти и развиваться. Рост существа виден на индикаторе развития в нижней части экрана. Это индикатор развития. Потребляя пищу, клетка будет получать баллы ДНК. Эти баллы можно потратить на новые фрагменты. По мере развития существо становится все больше, а мир вокруг него расширяется. Окей. Мы очень странно выглядим, по-моему, мы должны выглядеть не так. Ну, как я и сказал, сейчас я перезайду в игру. Ну и вот сейчас все, конечно же, намного лучше. Да, я помню, как управлять в этой игре. Нужно просто нажимать мышкой, и она сначала будет ездить за ней. Но сейчас мы должны потреблять вот эти вот кусочки мяса, чтобы выжить, развиваться, быть лучше, чем сейчас. Ух ты, ух ты, ух ты, валим. Нам чё, ничего не написали, что ли? Какие-то мы прозрачные стали, прям это кажется. Ну ничего, валим оттуда. Я вижу, у нас уже 11 баллов ДНК, что неплохо. Другие клетки и обломки метеоритов могут стать источниками новых фрагментов, каждый из которых может помочь развить определенные навыки. Да, неплохо, это шип. Я помню его. Он позволяет нам атаковать. Угу. Подплываем к его катаграмме. И мы сейчас получили шип, да, атака и разрушение. Я играл в спор, прошел его почти полностью. Ну, правда, с читами на этапе цивилизация. Там, ну, не с читами, ну да, с читами, с кодами лучше, так сказать. В общем, да, прошел его с кодами. После этого я дошел до космических приключений. У меня сразу с космическими приключениями стал репак. Да. И тогда я немножко тоже в него поиграл. И потом я не понял, что там делать. Или я просто дальше не играл, надоело. Или просто забыл про игру. В общем, по ряду всяких причин я дальше не играл. Вот поэтому я не знаю, что будет в космических приключениях, поэтому нам нужно быстрее пройти этот этап, чтобы для меня было все новым. Ну, почти все, потому что здесь я все-таки тоже не все знаю. Играл всего один раз.
И то, когда мне было 11 лет. Я это говорю уже второй раз. 20 баллов ДНК у нас. Вот эти твари. Интересно, будут нас бить? И мы можем их бить. Ух ты! Ух ты! Неплохо, неплохо. Поэтому будем убивать этих чувачков. Давай, убью тебя. Все, сразу так уже сжираю. Давай, не убегай, не убегай, не убегай. Убью ведь, убью, догоню и... Ну ладно. Поем лучше мяско. Убью тебя. Че это? Ускоритель, отлично. Только что нам теперь делать? А, вот, я смотрю, там, видите, внизу, вот эта вот эта штука скоро дойдет до вот этого, и мы станем лучше. Ну, совсем немножко осталось. Буквально еще один кусочек мяса. Так и есть. Чумазик. Чумазик, это кто? Это не я. Это от самих разработчиков. Максис. У нас уже 30 баллов ДНК. Сколько там нужно всего, интересно, чтобы дойти вот до конца? Я не знаю, честно говоря. Чё всего по одному баллу дают? Я хочу побольше. Вот, убью сейчас тебя. Только ты своим ртом тоже будешь меня бить. О, поцелуйчики, поцелуйчики, поцелуйчики. Поцелуйчики, поцелуйчики. Поцелуй... Такие там... Такие звуки там. Он обороняет своим ртом, но в то же время хочет атаковать. А я сваливаю. Ах ты, ах ты, ах ты засранец. Ну все, ты сейчас получишь. Я ем мяско, чтобы восстановить ХП. Я же... Да, я восстановил ХП. И сейчас я тебя убью. Эх ты! Опять он целуется. Да иди ты. Я вот хотел от него убежать, чтобы он отвернулся. Чтобы меня не заметил. Отвернулся. Отвернулся. И я бы его атаковал. Сейчас нужно их атаковать, чтобы новые эти открывать. Такие вот фрагменты их называют здесь. Давай, поворачивайся уже. Ага, получилось. Меня уби... Ах ты! Ты пердишь! Ах ты, фиолетовую смесь распространяешь, и я умираю, это нечестно. Хотя у меня, в принципе, вот эта фигня вся восстановилась. Ну вы вообще. Так, беспалевно подкрадываемся. Ох, ох ты, ох ты! Нет, уходим от него. Поедим лучше кого-нибудь. ХП чуть-чуть восстанавливается. Сейчас еще поедим мяско. О, мяско выпало. Дальше. Идем. Вот, боюсь я на опасных врагов нападать. Вот этот быстрый, но его фиг догонишь, потому что он и быстрый, я уже сказал это. А кто не быстрый, тот сильный. Вот так вот. Вот этот мутный. Давай в мутного, на мутного пойдем. Давай, на мутного. Оп! Нет, я прохожу сквозь него. Это всего лишь декорация. А я тебя сейчас убью своими шипами, даже не сможешь защититься. Ах ты! Я же ртом на себе! Я же ртом! Ну я же ртом! Ну все, ты попал! Ты попал! Ты попал, чувак! Ты поп... О! А, это декорация всего лишь. Нет, ты все равно, ты попал. А, нет, тут течение. Я не смог на него пойти. Ну все, чувак, ты попал! Ты попал, чувак! Ты попал! Держись! Да нахрен тебя! Да нахрен! Коварные люди! Этот зеленый мне ничего не сделал, мне лишь толкнул, но толкнул, и это казалось плохо. Ну ты сейчас попал, ну ты попал, ты попал, ты попал, ты попал, отлично. Так, новый этап. Идем на него. У них там поцелуйчики. Все, вдвоем так его загрызли. А, валим теперь, от тебя валим. А ты электроны, да, видимо? Тебя тоже лучше свалить, а здесь астероид, в котором будет обломок. Выделение яда, отлично. Только мы пока ничего не можем с этим сделать. Это фиолетовая фигня, значит, яд называется. А ты не светись, ты не светись. Когда ты светишься, это плохо, оказывается. Я тебя сейчас убью ведь. Я чё? А, ты мой! А там, кстати, этот фрагмент. Давайте идем на мяско. Все, мяско. Тут один чувак съел кого-то, там мяско тоже выпало. А где фрагмент-то? Фрагмент где-то рядом был, я помню. Ну и где он? Он же был... Вот он рядом.
как я говорил. А ты свой, ты весь свой, да, ты свой. И даже исчез. Новый фрагмент, электрический разряд. Ну, от тебя сваливаем. Тебя скушали. А от тебя сваливаем тоже. А, нет, нет, нет. Пошел ты, нафиг. Какие вы огромные. Я всего лишь маленький. Все, валим, валим, да. Да, еще чуть. Ух ты, мне сейчас за хвостик. Ой, как за жопу-то цапнул-то. Скотина. Ладно, восстанавливаемся. И идем. Тут травка. Еще местко есть такое вроде бы такое. О! Вот там еще новый фрагмент. Нужно еще две штучки найти. Ну, уже, в принципе, одну. Реснички. Высокая скорость. А я тебя загрызу. Все, получил? Все, не будешь больше. Надеюсь. Цапать тут всех. В том числе и, наверное, меня. А ты-то уже меньше стал. Тебя я так спокойно ем теперь. Убью. Я тебя задел, но ты успел убежать с такой-то скоростью. Чё бы не убежать-то? Все равно загрыз. Так. Нам еще один фрагмент остался. Будем грызть всех подряд. А это случаем не фрагмент? Который вот этот зеленый. Зеленый. Ну ладно, уйдем от тебя. Нет, это не фрагмент. А объем мы тебя, потому что ты беспомощный. Ты беспомощный, и ты фиолетовый. Давай, бьем! Бьем! У тебя что, везде защита? Ты чё, офигел? Если ты большой, это не значит, что ты неуязвимый. Ты охренел. Борзели вообще. Такие звуки он издает. А съесть его нельзя, блин. Вообще оборзели. Еще один фрагментик остался. Надеюсь, мы сможем его взять, прежде чем у нас вот эта шкала вся заполнится. Зачем я все это ем? Ну ладно. Это нужно, в принципе. О, меня... Ух ты, ты о, какой-то дерзкий-то. Дерзкий чувак. Ну, так, это наш. Все нормально. Лерой Дженкинс. Так, идем за тобой и сзади. Ты беспомощен. Нет? Нет. Ты сейчас меня заденешь. Ты меня всасываешь. Ты что делаешь со мной? Пошел ты нафиг. Нет, сейчас ты меня за хвост схватишь, а то... Нет, мне нужно подкрепиться, мяско. Мяско, ем! Есть! Нет! Так ты скотинка-то, а! Ах ты скотина зеленая! Вот видите, как я вообще играть не умею. Нам остался всего лишь один фрагмент собрать, и тогда мы будем... О, мы же можем... О, я только сейчас узнал. Брачный залп. Брачный звон, залп, не знаю. Все мы. Ми-м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 и. Только мы же одинаковые. А, ну да, мы же гермафродиты, опа, да. Туда все сходится на свои места. Вот, теперь мы можем. Так, у нас есть редактор клеток, есть цвет. Ух ты, глаз! О, глаз во рту! О, нет, так тупо. Какой-то дурацкий глаз вообще. Сколько у нас денег? 67. Электрический разряд, да, говорите? Челюсти 15, фильтратор травоядность. А можно же и то, и то. Хотя нафиг, нафиг. Реснички. Скорость, ускоритель еще и можно. А вот эту фигню надо бы убрать. Убрать. Реснички. Вот так. Жгутики нафиг. Реснички, это классно. Так, еще куда-нибудь. Вот так. А как? Нет, тупо, конечно, но пофиг. По-моему, да, вот так колесиком можно. Я сделаю себе тоненьким. А в конце такое уплотнение. Надеюсь, это смотрится прикольно. Или просто мне нет вкуса.
Надеюсь, это смотрится прикольно, да. Глазики, пуговки. Нет, не милашка, это какое-то говно. Хотя нет, неплохо так смотрится, смотрите. Теперь окрасим себя. Какой-то... Не знаю. Не знаю, оставлять это или нет. Давайте... синького. И вот такой. О! Посмотрим, что будет. Ну, не знаю. Давайте... Давайте пробуем... Вот так. О, нет. И вот так. Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Тупо. Может, тут что-нибудь есть того... Такое, чтобы я не заметил. Не знаю. Вот, давайте, ладно, попробуем вот такую и серого цвета, и пойдет. Пускай мы будем незаметными практически. Да, нет, тупо. Я так полдня буду выбирать, поэтому остановимся на розовеньком, потому что это довольно такой прикольно вышло. Название вида. The Powerful Dis. Что же еще писать? Powerful Dis. Описание. Один. Нет, тупо. Ну ладно, пускай будет так. Пускай будет так. Метки. Ладно, не без меток обойдемся. Это вот так вот вниз. И, наверное, все. Мы закончили с нашим человечком. А, мы же атаковать не можем. Вот. Шип, точно. Шип. О, как. Надеюсь, это смотрится прикольно. Хотя, давайте-ка. Вот, у меня скорость большая. Есть атака и разрушение. Высокая скорость разворота и зрение. Ладно, я забыл покрасить свои, как их, шипы. Ну и так сойдет. Все, мы уже почти закончим сейчас эту игру. Хотя, может быть, там какой-то новый этап будет. О, каким зато быстрее стали. Всю еду врагов отхватывать будем. А теперь валим. За нами гонится. Погоня. Все, мы, по-моему, прошли что-то. О, у нас маленький мозг появился. Такая крошечная мозговинка. Поздравляем, вы на пути к разумной жизни. Отлично. Поздравляем, первичный бульоне. Первичный, ну ладно. Когда будете готовы вступить в большой мир, щелкните на кнопки графика. Класс. Только я чуть-чуть еще побегаю. Такой, я даже ничего не сделал потом, когда я был розовым. Ну, я тебя убью. А, получай. Получай. Ты чё? Ну, я так не играю. Ты вообще прям, давай тебя убью. Нет, тебя убью. А чё, уже ничего не ем? Ну ладно, давайте выходим на сушу тогда. Ой, сколько мы раздохли, да? Сколько мы раздохли. Угу. Число съеденных порций мяса 4. 82. Клетка погибла 4 раза. Вот это все мы купили. Второе покурение. Поколение. Ага. Бывает, если существо загогулино. 20 человек я убил. Ну и человек, клеток, ладно, существ. Вот такие мы были, теперь мы вот такие. Ну и что тут делать? Наверное, на этом все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Комментируйте видео. Я, пожалуй, записывать еще одну серию. Мне понравилась эта игра так... Оп, так весело, задорно. Ну и пока.